реактор. Это операционная система, которая полностью совместима с Windows, потребляет меньше ресурсов, работает быстрее и бесплатно для конечных пользователей. Я на всех рынках руководил, что у нас крупный народный рынок стал главным страной мира. Сейчас многие разработчики. Сейчас у нас не коммерческая организация, но вот благодаря спутнику, может быть, этому форуму мы сможем коммерциализовать наши результаты. Значит, я расскажу подробнее немножко. Каждому компьютеру того, что необходимо 300. Само аппаратное обеспечение, операционная система, программное обеспечение, сейчас у нас система аппаратного обеспечения. Программное обеспечение, здесь довольно высокая конкуренция. Можно выбрать те магазины, ноутбук от разных производителей. Но в сфере операционных систем, для того, чтобы использовать себе программное обеспечение, у нас конкуренции практически нет. Рынок анализирует компанию Microsoft. Мы же предлагаем совместимый продукт, чтобы можно было выбрать операционную систему на свой вкус так же, как любой из этих двух компонентов. Но тоже не отказываться от программы освещения, которые мы пользуемся. Ожидаем успехов, которые сейчас активно. Мы уже провели достаточно много исследований. И сейчас мы продвигаемся непосредственно к тому, чтобы вывести проект на достойный уровень. Хотим получить обратную связь, но мы в контакте с людьми и планы скорректировать на будущее. Спасибо. Марат, а ты чего не участвуешь? Как же вдвоем товарищ. Ну, мы тебя в интернет. Не помещайся. В интернет выложим.